Расскажите, с чем ездили, что за конкурс был? Значит, конкурс у нас был очередной международный, как получилось. Хотя вроде бы как изначально заявка была о том, что это, ну, такой чисто московский себе обычный конкурс. Но так получилось, что в нем участвовала Беларусь, Украина, Россия из разных концов. Ну и вот в целом получился международный конкурс. С чем ездили вообще? Что за день? Ездили мы с работой такой архитектурного плана, такая декоративная работа. Писали части храма Василия Блаженного архитектурные. Наша работа была выполнена в довольно таком декоративном стиле. Мы изобразили купола храма Василия Блаженного. В общем, получилась работа очень интересная и что-то даже в иконописном стиле. Кто автор этой работы? Автор Ирина Можжер, 15 лет девочке. И Она у нас сколько по времени вот заняла работа эта? недели две. Где-то так, недели две. В общем, она у нас неоднократный победитель. Во многих конкурсах международных уже побеждала. Ну и вот это ее очередная победа. Так что мы ее все дружно поздравляем. Успехов ей. Дальнейшие планы? Дальнейшие планы ждем наград с Литвы, международный конкурс. Там Ну уже и известно какие-то награды? да, уже мы стали лауреатами, но хотим узнать более подробно, конечно, информацию. Пока мы ждем. То есть следите за новостями на сайте Свято-Покровского кафедрального Да, собора. да.